Всем привет, друзья! Продолжаем игру. 123. Редукс. Просто дружественный. Приятного просмотра. Спасибо. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Спрятали. Найдешь. Лицом к стене! Обыск! Командир сейчас занят. Подойди к нему. Хватит, отстаньте, противный! Я не такой! Заткни хлебало! Готовься к досмотру! Всегда гот... Так, а ты кто? Напарник? Нет. Он рыжий клоун, а ты белый? А я его первый раз вижу. Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Осторожней, тупица! Побежали! Скорее! Да. За мной! Слева! Ай, блин, поймали нас. Отбегались. Ебало! Готовься к досмотру! Всегда готов. А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойд... Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. И он рыжий, блядь. Ты очки себе протри. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Я их прикончу! За мной, парень! Хватайте, ублюдков! Осторожней, тупица! Друг друга стреляют. Любая попадает. Попадает. Бегу я, блядь! А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Мерзавец! Заяц. Так, а ты кто? Напарник? Пальто, он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. А что? Ладно, 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 только без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Я так не убегу, потому что у меня наручники. Я их прикончу! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Бегу, бегу! Осторожней, тупица! Друг друга, стреляйте! Стреляйте друг друга! Сюда! Любая попытка! На них надо идти! Куда ты показал? Хватит на мне столько патронов. Ебало! Готовься к досмотру! Всегда готов? А скажите, доктор,
Так, а ты кто? Напарник? Ёжик. Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Хватай, я ждал, что получится. Поосторожнее, тупица! Сюда! Любая попытка... Беги! Туда! Стой, тварь! Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Спасибо. Стараюсь. Подвести никого. Рыж. Бог тебе, да? О. Айо. Слушай, друг. А блин, ты не скажешь где? А, не, не скажешь. Такой злой. Служба безопасности. Станция до отказа забита вражескими шпиками. Они готовят теракты. В каждой арке по диверсанту прячется. Да брось, нам нечего бояться. Граница с фашистами на замке, на каждом ходе блокпосты. Крысы не проскочат. Оружейная. А что с поверхностью? Эти гады наверняка... Гранаты мне не надо. Можешь осмотреть магазин, купить, что тебе надо. Но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Тебя ждать он не станет. Отлично. О, вот мне надо. Это... Не пожалеешь. Бесшумный пневматический револьверный арбалет. Отличный курс. Блин. Нет, только не это. Это можно. Вот это. Обмен нужен, тюнинг нужен. Так. Тихо. Да. Нет. В коем случае. О, мне тебе надо. Обмен валюты. Лучший так. Курс. Понял, давай обменяемся. Так, вот это продать. Нет, отдать. Отдать это А. Эй, у тебя такого калибра-то нет? Эй, у тебя такого калибра-то нет? Ну и где твои патроны? Я вот свои выложил. Да тебе складывать все это добро некуда. Да ладно, я найду, я куда-то переживай. Да. Все нормально, мужики. Он со мной. Давай, Артем, прыгай в яму. Ага. Стой.
Ставим. Не дают. Покатаемся зайчиком. Артём, видишь там багажное отделение? Забирайся туда. Добрался. Ну так что, мужики, двинули, а? Я кое-что проверю. Проверил. У меня бывает ОБС ерунду снарай. Андрюх, а там вообще как, безопасно? Не хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да, это тебе не вагоны СВ. Но если он останется на станции, то он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Все нормально. Подбирайте. Повернуть не могу. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Не видно, что это. Бежу. Внимание, внимание! Поезд отправляется. Все военнослужащие с фронтовыми путевками должны немедленно занять свои места в вагонах. Попытка остаться на станции считается дезертирством. Заградотряду отдан приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то? Ну из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронтаже черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты, Мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Мы уже приедем когда-нибудь. На бой кровавый, святой и правый, пошла вперед,
Произошло, да? Магазин увеличен, но мне не нравится вот лазерный прицел и все. И ничего со мной не поделать.
бесшумно. Тебя дельбище. Они спят.
есть патрон, не переживай, ты так на меня. Эй. Спасибо, товарищ. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. Неважно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Спасибо, что дал шанс выжить. Да, как он так медленно открывает. Там, да. Какой день еще? Пойдет.
полу прям глаз. А, вот ты где. Вот он, кому... Живы. За башню надо взять. Кто у нас? Где ты ходишь? А любас наверху. Пошли.
прочтем сначала? У меня не открывается. Дневник. Многие в метро ненавидят красных, потому что боятся их. Красные же проголодь, хотя работают. А, это мы читали уже. Читали? Также читали. Вот это надо. В красной линии нет врага злее и не Риме, чем Четвертый рейх. Говорят, война между ними продолжается уже лет. Разные народы, словно одержимые бесами, покупают то одну сторону, то другую, а иной раз, как метро, разделяются пополам и до полного взаимного уничтожения. Рейх должен быть по положенности красной линии, так как он так похож, так на нейтроник похож. А, нищетая жизнь, проглотит твои отряды и бесконечно. Честно, болотная. Подставня в политиках, глаза просто окей. Тоже разговаривают голосом, уже не я. Это в том, что тебе говорят. Надо это такое. Мол, достаточно их мутантов, что наладилось. Расовая чистота, ну, а второй план, верно, отстаивает чистоту. А раз нормы изменяют политики, танты могут от любого, только казнить, как его милого, отвечают и с автоматами. А за чемпионами тут обходятся так же, как на красной линии, так что отпадаться как нельзя. Сейчас, один момент. Я прищёл. А, нифига себе, твоя чистит. Молодец. Давай. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Там ты свинья. Смотри на себя, блин. Ну, я на тебе потом отыграю. Точно! Ладно, краснопузый. Моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Ах. Свинья, держи меня. Мои спасители. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Парта. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Не вопрос. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Думал,
долго придется искать мельника. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Ты там поосторожнее. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Надеюсь. Сейчас узнаю. Ну, братцы, удачи вам. Легко управляется, не вопрос. А? Так, вверх. Для разворота башни используйте Ф. Б. Мы постараемся проехать мимо блокпостов. Вроде и занять нормально, тут веди легко. Себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Понял. Естественно, это не двигается, да, типа? Нажми У, чтоб посигналить. Уху. Здорово. Бои. Я так думаю. Что вы тут делаете? У нас в расписании катаемся. Нет этого рейса. Ну, перепроверь. Нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Там сзади никого. Враг с левого борта! Слева от тебя, блядь, или от меня? Не определись. Слева, Артём! Нет, слева-то. Yeah.
да, я вроде бы не стреляю, вроде бы не херп пойдет. Когда вы уже сдохнете, то просто... Я вижу, да. Заглохли. Что там у тебя? Ты не давай. А я тут отстреляюсь. Там копаешься. Финиш. Молодец, слышит меня. Вот он! Огонь! О, вон! Ебан! Защитили, блядь, нас со всех сторон. Что там произошло-то? Тут выжил, блядь. Реветь. Сейчас, дай я посмотрю. Ни одной дырки не... Обал. О, блестит прям. Еще одна дрезина. Ой, блядь, одни дрезины. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Опять почти дрезины. Приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Дьявол. Раньше мы нельзя сказать. Всякой хрени. Гляди в оба, иначе башку снесет. Да уж.
Жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут спуск. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Сними его, Артём! Надо скорее отсюда убираться. Заброшено, но черт знает. Свет, там кто-то есть. Сними его, Артём! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Они достали нас в туннеле. Что это? Мутантская дрожь. Они взорвали. Это же сука. Ам. Мы с тобой приехали, не объясняю. Чуть не успел. Чуть не успел. Че ты меня поворачиваешь? Я сам могу поворачивать. И пушка стоит тут. Туда нельзя. Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. О, прыгает. Thank you.
Задавили. На растяжке что-то. Растяжка. Ух! Я успел пробежать. Врет сюда и нет. После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Ой, с тобой меня это там невыносимо. Ждал Ульман. Все умирают с тобой. Находятся рядом. Практически все. Я вижу. Зеленый, зеленый, свои. Человек? Ну как? Ладно, давай сюда, быстрее! Да. В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши одного раза. Присоединяйся. Ребята, объясните, куда мне идти, блядь? Где это? Куда я показываю? Пустите меня. Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». У меня другая миссия. Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать.
Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Что такое? Скучать не приходится. Дьявол, черт, проклятие! Где? Что ты показываешь? Ага, кто-то уже катит сюда, да? А ну-ка. Нам конец. Бодрячков, пацанчики. Бодрячков. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощад никто не патронов вагон. Меня идешь, да? Ага. Самое главное, снял башки эту штуку. Я не знаю, как это называется. Ночное видение. Видение ночное. Видение. Видение ночное. Полегло. Кончики. Есть пункт. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому.
Удачи, братишка. Держись. Жуткая смерть, мои попутчики гибнут один за другим. Я ничего не могу сделать, чтобы мне начинать казаться, что они жертвуют дальше. Стою ли я таких? Стою ли я таких? Сам я был готов выполнить задание Хантера. Я право забираю. Кто мне дал это право? Хантер? Ох, я сам его себе приспособил. На этой станции я почувствовал себя как дома, как на родной ВДК. Эти каким являются станцию на свой пропащу подземную жизнь. На туск оно осень. Нет, почему? Что? Может, короткая срочка перед тем, как нас всех обязательно прогладить. А, все же. Пять рук, тоже пора идти. Пять, на дрезине кататься будем. Прикольная. Садись, чё ты? Пугай так больше. Одного выстрела. Я, конечно, это был лишний. Упадешь, может, сегодня, а? Полочь. А давай залезай. Давай. Бежит.
берегут. Стоять на месте надо. Сюда я тебе сейчас покажу пневматику. Боишься, да? Тыкать на одному. Блядь. Ты прыгаешь, блядь. Не особо иду. Это здесь музыка играет. Вот это. Да не выключай ты свет. Эй. А чё? Любитель вырубать свет. Так, ладно, там нет. Нет, не сюда. Нет. Там уже пропаждают. Хотя бы это. Угу, отбиваем. Задохнемся с тобой. Страшно. Я такой жизни не беру. Пендривается. Но. Патроны только сжрут. Так. А нет, что-то... Мутник, блядь. Что такое? Бежать.
Далеко собрался? Брать. Одну уже 500 взяла, я видел. Там. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Держи. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Он не просыпается. Он умер, да? Умер. Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Есть, есть. Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Если надо будет. Придется, будем. Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напал. Хорошо. Ну как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как на... Дети метро. Иногда мне кажется, что они те, кто родился под землей, кто никогда в жизни по солнце. Это новый биологический. Этот ребенок прошел через самый настоящий ад. Жил. Это не сломило его. Он говорит, трезво рассуждает. А, он говорит, трезво рассуждает. Помню, когда на ту станцию, где мы жили, моей мамы только еще поверхность напали крысы. Когда мама умерла, когда крысы, да. А меня вытащил Хой. Хой говорит, я еще несколько месяцев не разговаривал, а сам я ничего не помню про время вообще. А этот малыш метро закалит нас. Может, поколение, выросшее без солнца и без страха, может вернуть нам землю. Я дам им шанс. Прыгнут! Он стал стрелять, но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный, он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Нет, придется не тебе помогать, а то нас всех съедят. Будешь мне помогать. Вон Тама! Где Тама? А, вот он! Если вон там, а. Ага. О. Нас надо, не да? размазала. Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. Понял? Вот в этом. Вот так. Ажи, пускаем? Нет. Там бегает. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике. Оставай лежит. Тогда. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. И спасибо. У меня и своих хватает. Ой, ой, сзади подползает! Уже не подползает. Вон он! Еще один!
Я не вижу, я нифига, ты их видишь. Вон автомат держи, будешь стрелять. Стреливаться будешь, помогать. Ой-ой, смотри, там дырка. Да, это не твои дырки. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Не буду, значит, гранаты кидать. Спасибо, что... Эй, эй, осторожно! Да? Вон, еще один! Где? Ладно, побежали. Сука, подбегают. Кусают и нас так не сюда. Не туда. Эй, это что? Это... растяжка называется. Если быстро бежишь, то он тебя не успевает. Так. Да, нет. Мы уже уходим со станции? Да. Круто! А что? Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно, и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Нет, не знаю. Честно тебе скажу. Не видел. Может и правда. Ух ты! А что это там такое наверху? О-о-о. Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как это раскрашенный какое? Потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Молодец какой. Пойдем, блин, с тобой. Не раскачивайся. Там, смотри. Видишь? И душа в пятки не ушла. Тут, блядь, за себя переживаешь? Тут все за малого переживаешь. Аккуратно. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Не, только не сегодня, блин. Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Опустите меня! Только там остался! Мой брат обещал привезти его назад! Почему, почему? Дура такая, почему стала за своим мальчиком своими пошла? Мамочка! Это моя мама! Пойдем, ой, она наконец-то! Отпусти, пусти меня к ней! Аж плечи разболелись прям! Спасибо, брат. Пожалуйста. Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить. Дядя умер, мам. Если бы он потерял меня сына... Меня этот человек принес на плечах. Его я бы этого убило. Я ему помогал монстров убивать. И нас всех заодно. Спасибо. Мам, я небо видел. Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Надо мне твои патроны. Я своих хватает. И годятся вам. Ладно, пошли. Да я и сам пойду. Пошли. Сними эту маску, блин. Я не снимается. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади фашисты. Есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Спасибо и вам. А я пойду. Вас хорошо. Так. Чуть-чуть боеприпасы. Продать. Так. И. Я же вот этого нету, да? Так.
Этого калибра у тебя нет. Ну и где патроны-то? Поэтому я продаю. Это вот. Так, еще купить. А до вооружения. Так, потом, если повернемся, ну. Посмотрим. Хороший выбор. Продаю. Спецпредложение. Скидки. Лучшие пушки от лучших мастеров. Так, есть вместо пестика, чё? Отличное оружие. Не пожалею. Я с воздухом не хочу. Бери, их совсем немного осталось. Был автомат, не надо. Ага, понял. Так. Идеальное соотношение, только у меня вот это вот. Ладно, оставим. Подумаешь. Патроны подумаем. Пули. Меняем пули. Уже другому клиенту пообещал. Попозже еще завезут. Не, это кончилось. Ладно. Тебе спасибо. Понял. Проходите. Спасибо. Как ты хочешь в такой броне, я в ней... На месте должен стоять. Открывай давай, что там открыть. Га. Все. Я ушел. Всем пока. Я снова поднимался наверх. В холодное и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. Но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Да надо потихо. Надевай, надевай, подожди. Тихо, успокойся. Так, тут надо надеть ночное видение, наверное, нет? Я ни хера не вижу. Так. Вон идут. Ого, сколько их тут. Так, это будет с той стороны, наверное. Вот тут так. Тревога! Красные! Нет никого, нету никого. Видел одного. Где ты видел? Надо искать. Видишь его? А. Я тоже нет. Нет. Ты не было никого. Не было никого. Нету никого. Есть. Надо. Не есть. Ой, прости, не попал. Я подожди. Сразу. Поменяю позицию. На другое место и кинусь. Где вы еще там? Вот там и есть еще, да? Ну, пошли закладывать новые машины. О, выключил свет. Экономить надо свет. Так, вон туда надо кинуть. Отвлекающую такую штучку. Хаун. Нашли скоты. Несем потери. Несете, несете. Эй. А где мои все аптечки? Да ладно! Обходите табуляку! Где мои все аптечки, блядь? Теряем солдат! Ну все! Солдат теряем! Держи! Бомбочку! Шухера-то мы навели с тобой. Ушел, собака, точно ушел. Да не ушел, я здесь, сейчас я к тебе подойду. Не ори, не кричи там. Сильно, где ты там?
Вот он. Сейчас, подожди, я ножик достану. Ну где же эта свинья зарылась? Кругами бежит. Сколько у меня там минут? Отдышит, как такое ощущение, как будто бы осталось 2 секунды. Ладно, пойдем. Тише ходи. Тише. На. Новый, на. Свежий. Держи. Я кого-то еще слышу. Правда, где они? О. Спокойно. Так, бежим. Нет? Возьми что-нибудь покороче. Нифига перед собой не вижу. Правильно идем. Правильно, поймем. Давай, залезай, что с тобой. Стой, не стой. А, вот. Стой. А главное, на растяжке не попасть. Не попал. Да где ты, блядь? Лечись сначала. Бурында. Давай сюда, выходи. Ладно. Я сам сейчас приду.
Убиты! Тревога! Красные идут! Нет, туда не надо. Эй, что такое? Не отвечают. Кто это там? Где вы, блядь, не вижу вас. Как мне туда спрыгнуть-то? Опа. Так, вот так. Наверное, по-другому надо идти. Ага. Нет. Не так. Где? О. А я тут был же. Эй. Эй, не понял, если так вот. Эй. Не, нам сюда не надо. Не спрячешься. Прячется вот там. Да значит, трусит. Вот оттуда! Не попал! Не надо, пошел,
Бензин. Отходи, эту сволочь!
Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Выходи! Тогда не больно убьем! Один. Дорогие друзья, продолжим в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Просмотр, всем пока. Помилуйся.